Сегодня у нас 25 июня 2017 года. Вот утро. Все едем, идем в храм. Доброе утро! Исааки выгоняет овец, коров подгоняет. Пасти сейчас пойдут. Тут песочек. На велосипеде сложно ехать. Вон впереди потеряевские коровы идут. Вот у Алексея Устинова уже козел пасется, травку кушает. Доброе утро! Доброе утро! Смутилась. Вот брат наш малыш Роман. Все собираются в храм Господний. Господа славить, благодарить, что-то просить. Батюшки на хозяйство. О, матушка выходит. Долго он, Василий Лапкин, возился с этим мотороллером. Вы понимаете, о чем я говорю? Взрослые, чтобы уходили вправо, а детей ближе к середине. Ну, где-то, Господи, помилуй, ты еще поймете. Остальное-то стоите, не все понимаете. Хоть глазами будете видеть, где поклонишься. Где... Стоят за спинами, и взрослые, как мертвые. Столбы стоят. Не крутиться, не вертеться, не оборачиваться. Не оборачивайся, иначе придем обедать будем, а ты будешь стоять. Это нельзя так, с Богом. Мы идем в храм Богу молиться, чтобы на душе было радостно всегда. Куда? Давайте, с Богом. Так, Никита, я тебе даю фотоаппарат, я сегодня печатник, мне сделаешь самые лучшие снимки. Неужели кончится сразу, как так я тебе дал, так и энергия кончилась. О, на мопеде. Это Василий, наверное? Да. А чем опять-то? Устиновский, он его сделал. У них сломанный, сломанный стоял. Батюшка, не твой мопед заговорил? Смотри, глянь как, ну блин, смотри. О, и Александра прикатила. Ну, а да улыбка у ней какая. Смотри, что плату не закрутила ей. Так. Пожалуйста, идите, приветствуйте. Давай, фотографию разную. Да на фоне храма старайся всегда сделать. Так, слышь, у меня висит сумочка запасной. Если что нужно будет. Ладно. Как приходят, раздеваются, он важно идут. Он весь Варлам и Назарий. Тарасий, поставь, пожалуйста, к стенке велосипед. Веди. Бери ее за руки. Так, все. Добрый день все. Доброе утро, брат. Он туда к стенке? Да, он туда к стенке. За лестницу. Доброе утро. Доброе. Доброе утро. Все, дело идет. Он туда, вот под окно, под окно. Видишь, он как планируется. Дети. Наблюдают, куда дети. Проси внимание, когда будешь пропасть, сейчас люди-то есть, и поверни на народ обязательно показать.
Сами новые люди. Уехали, Галя, ни разу не заплатили. Там лягушки живут. А куда? Рядом. Куда увезти? Доброе утро. Вон она, модельно, подол как держится, чтобы не запачкать. Александра. Что-то у меня мутнеет иногда. Раз, мутнеет. Что-то уже начал нарушаться. Я буду батарейку беречь. Не знаком с этим? Вот ты знаешь, что-то... Что-то раз мутнеет. Начинает приближать, ударять, она раз проясняется. А на съемке также это проявляется? Уже на, когда на видео? Или это только на экране? А вот не знаю. Не знаю. Просто как бы тогда можно понять, либо это только экран, либо это действительно объектив, так сказать. На съемку надо проверить. Ладно. Вот видишь, мутнеет. Четкости нет. Вот пробежай, удаляй, тогда раз, появляется. Тогда снимите, я снимаю. Ну, мне кажется, это в объектив пыль попала, наверное, да? Он не может сфокусироваться. Ну, видимо, камеры уже тут много пользуетесь. Много, уже несколько лет уже. Фокусировка. Доброе утро, брат. Каких ЛДПР тут не было в деревне. Зачем нам эту мерзкую и безбожную организацию рекламировать? Не верни майку, она в той тогда ее уже не видать будет. Выверни только. Она фуражки может замазать или заклеить. Не хватало еще рекламировать. Так, сейчас разговор будет с матушкой. Алло. Добрый день. Дело такое, у меня голубятня на том доме, на Калашниковом. Лишилось всех голубей. 35 было, ни одного нету. И когда я в угол пошел, там все голуби задавленные, съеденные. Я расставил капкан. Я думал, хорек. Да? 3 дня стояла, кошек я своих спрятал. И вчера пришли, на ноге висит серая кошка. Все говорят, матушкина. Я пришел, сказал, вон детку там что. А говорит, она уже наступает, она просто передавила ее. Так что теперь мы дыры все забиваем. Она прогрызла там в одном месте. Саман. И пролезла туда, и все голубые полетели. А батюшка, я лежу, блин, зимой, в неделю есть такая приходит справная, я выищу. Деликатес такой. Она там устроила мне осенку настоящую. Ну, так, а ты увидишь ее, посмотри, ладом ножку у нее. Дело в том, что все голуби прилетели на этот. Да, ну а дальше сколько там прилетело-то? Ну, они испугались. А там, посмотри, там перину можно собрать, сколько она, одни крылья лежат. Я думал, это хорек. Но хорек не съедает, он только душит. А это съедено. Она поест, ушла. Ночью придет, они спят, она опять поест и ушла. Так что ты ее найди, проверь лапку у нее, тысячу чего наложила на детку. Я не ловил. А сегодня у Никиты она ночевала в комнате. Но я знаю был. Да. Я поставил там 23 капкана, все огородил. Да зачем? Ну как, она будет умереть, скачет. Так, а что я должен делать? Конечно, убить. Ты обязательно сегодня найди и проверь у нее ладом. Она у Никиты вроде в комнате сидит. Нет, она вышла уже. Вышла уже? Вышла. Наступает на ногу-то? Ну, она вступает, ну, ковыляет пока. Видимо, передавила, убрать, не сломала. Убрать ее, убрать. Так она выползла обратно с чердака, и капкан-то не пустила, она повисла. Я нависела. Доброе утро.
Это уже не, мы могли заметить. Доброе утро. Доброе, доброе утро. Ничего, как куда? Как только приедет бульдозер, мобилизуем всех хотя бы на 3 часа укладывать камень и прочее. А дальше мы поправимся. А тут никак. Он кто проедет на втором осик, немедленно уже камень растаскивать. Умостить. Так что ты имей в виду. Все деревни мобилизуем, потому что камни таскать и тяжелое одно. А второе много. Может опять перевозить будем еще. Там много вообще надо. 151 шпалу забили свою. Ну, отпилили, все у нас, все идет как по плану. Теперь только ждать бульдозер, когда он засыпет, промнет, тогда начнем камнем устилать. С Богом. Саша-то дома? Доброе утро. Нет, они уехали. Нет, уехали. И Катя в пятницу уехала. Ну ладно, а то бы и он помог там. Еще мне одно СМС Галина сбросила из Уреска. Приехал, говорит, как из царства света, в царство тьмы, говорит, там, говорит, одна ложь. Она вся здесь осталась, я, говорит, как будто не уехала. Надо их как-то переписать оттуда. Она все вспоминает. Я, говорит, доехала 540 километров за 7 часов, говорит. Вот такие бабки бывают, специально знаю. Значит, бабки, говорит, разные бывают, вот как. Доброе утро всем. Доброе утро. Ты колени подгибаешь, а попробуй не подгибать. Просто вот я не боюсь. Поясница не болит у ней? Вот и дома ее, покажи. Сейчас платье я надену, как надо. Сегодня из Канады написали, какой длины платье в обычной длине? До колен или как? Я говорю, ей жить до колен хотя бы 20 сантиметров, а в храме не выше 10 от пола. Канада запрашивает, послезавтра приезжают. Так что у нас прибыль будет. Слава Богу, за все. Трое женского пола и один парень. Ну и тут же где-то должны приехать с Екатеринбурга, не знаю сколько. Доброе утро. Доброе утро. Валя идет глухонемая. Очень добрая женщина. Это там впереди пыль на штанах или грязь? Впереди, посмотри, в самом низу. Вон там, да-да-да. Ударь-то. По песку тут ходить не надо, иначе у вас вся обувь будет с песком. Вот смотри, я переоделась это. Гляди, там, глядь, как придется. Гляди, ладно. Поверни сюда, потом людей найдет. Доброе утро. Еще. Наверное, уже скоро заходить.